Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее, можно сказать, на мой сервер. Ребята, открылся мой сервер, вот прям сейчас открылся мой сервер, пока вы смотрите это видео, сервер уже открыт, вы можете зайти и играть. Но, ребята, я бы хотел вас пригласить сюда поиграть на этом сервере. Я, в принципе, также буду рад, если вы поставите лайк на это видео, потому что, ну, мне будет приятно, чем быстрее наберем лайки, тем быстрее выйдет новое видео. И также не забываем подписываться. Но, ребята, это видео о сервере, о моем новом сервере, который я открыл. Он состоит на версии 1.8, от 1.8 до 1.8.9, то есть на любой под версии 1.8. Поэтому, ребята, заходите, играйте. В принципе, что я хотел объяснить в этой серии, что я вам хотел показать, и в принципе, почему вы должны, или в принципе, если хотите, прийти и поиграть на моем сервере. В первую очередь, я тут буду проводить много времени. Я даже сейчас напишу в чат, как видите, я уже даже создал свой клан, который называется «Семья Эдисона». Любой из вас может зайти на сервер, и когда я буду в онлайне, любой вас может вступить в мой клан. Любой, ребята, но это еще не все. Сразу же я бы хотел сказать самые важные фишки о моем сервере, чтобы вы просто-напросто не прослушали и не пропустили. Сервер только открылся. И в первую очередь я хочу сказать то, что на этих выходных, в эту субботу, я буду раздавать на этом сервере, ну, в принципе, все. Модерки, админки и многое другое. Это, ребята, все будет сбалансировано, гриферства не будет, за этим все будут следить, поэтому, ребята, не переживайте. Но на этих выходных, в эту субботу, у нас будет глобальная раздача призов в честь открытия сервера. Также, ребята, в честь открытия я предоставляю вам скидочный код на покупку доната. А скидочный код вы можете ввести, когда вы покупаете какой-то донат на сервере Эдисон, да, то есть большими буквами, и вам будет скидка в 15%, это только до конца месяца. Также может скидка будет, ну, вряд ли она будет увеличена, но все же, ребята, скидочка до конца, до конца месяца 15%, поэтому, ребята, спешите, если кто-то что-то хочет купить. Давайте сейчас поговорим, что будет твориться на этом сервере. В скором времени, также меня многие люди просили, чтобы я поиграл в мини-игры со своими подписчиками. Поэтому, ребята, в скором времени на сервер будут добавлены SkyWars, BedWars, TNT Run и многое другое. Поэтому, ребята, я вместе с вами смогу играть на этом сервере даже в те же мини-игры, или просто-напросто я даже сделаю прятки на моем сервере, где я буду прятаться, а меня будет искать весь сервер. Кто найдет, тому подарок, тому бонус. Ребята, мы будем проводить много времени на этом сервере вместе. Но, в принципе, это все, что я хотел сказать о том, что я буду с вами делать. Ну, сколько проводить времени, потому что, ребята, это реально интересно. Я просто-просто хочу с вами поиграть как можно больше, когда у меня будет время. Также, ребята, сейчас мы посмотрим, что мы можем делать на этом сервере в данный момент, пока он находится в разработке. Но вы уже, ребята, заходите, играйте. Ссылочка в описании на мой сайт, IP в описании. Заходите, ребята, играйте уже прямо сейчас, развивайтесь и делайте, что хотите. В первую очередь, на моем сервере присутствует система монет. За монет вы можете покупать что-то, за монет вы также можете продавать лишние ваши вещички. Заходите в меню, и также, ребята, вы можете устроиться на работу. То есть вот в чате, ребята, у вас пишет вся инструкция. Вы можете устроиться на любую работу в Майнкрафте. Шахтер, лесоруб, убийца, киллер, фермер и многое другое. За это зарабатывать бабло, и за бабло покупать реальные вещички. Да, ребята, спешите поиграть на сервере, потому что вот смотрите, что я вам хочу показать в данный момент. Это кит-стартер. Вот сейчас, ребята, я вам покажу кит-стартер и... Так, вот зайти бы в какой-то кит-стартер. Вот, ребята, где находится кит. Я, если честно, сам уже не помню, но где-то он был, что ли, тут. И сейчас я, ребята, вам покажу. За кит-стартер сразу же, вот сейчас вы можете получить много чего. Вот кит-стартер. Вот. Что вы в данный момент можете получить за кит-стартер? 16 алмазов, это, ребята, ограниченное время, то есть это только на открытии сервера. Скоро уже этого всего не будет, ребята. 16 алмазов. Также, смотрите, какой зачаренный меч. Куча опыта. А опыт на сервере очень важная вещь. Потому что, ребята, это давайте я пока что все, даже не то что удалю, а вот сюда поставлю. А... Опыт на сервере очень важная вещь. Потому что, ребята, если вы в чат пропишете «плеер», то смотрите, что вы можете сделать. Вы можете прокачивать себя. Это как RPG. Это ванильный сервер. Вам не нужна ни лицензия. Вы можете зайти на этот сервер и с лицензией, и с пираткой. Качайте, ребята, любую пиратку и заходите, вы сможете тут поиграть. Но
На этом сервере нету ни единого мода. Но вы можете, ребята, прокачивать за опыт себе урон, силу критического удара, очки здоровья, а не энергии, потому что тут даже есть мана. Вам нужна мана, энергия для того, чтобы наносить удары, ребята, экономьте ее. Также урон от лука, ближнего боя, ребята, всего, что можно. Как видите, у вас даже есть уровень. Сколько у вас опыта, сколько у вас силы, маны, выносливости, как вы долго бегать можете, сколько у вас защиты, у ворота и многое другое, ребята, вы сможете сделать на ванильном сервере. Ребята, поэтому подумайте, то, что это реально очень даже круто. В меню вы можете, ребята, жениться, покупать, продавать товар, как я уже сказал. Вы можете перемещаться на варпы. Давайте мы даже перенесем. Тут, ребята, смотрите, что тут есть. Тут есть все. Вы можете переместиться на батут, вы можете переместиться на что-то другое, но... Как вы видите, у нас тут есть PvP-арена. На этой PvP-арене я буду проводить, ребята, конкурсы. Точнее, турниры, где будут сражаться самые сильные гладиаторы. То есть, будет конкурс, турнир 1 на 1, например, в кожаной броне, железным мечом и с луком. Кто победит, тот проходит следующий раунд, и так у нас будет выявляться победитель сервера, кто будет самым сильным человеком на сервере. Также у нас тут есть таблица лидеров сервера. Где? Вот тут, ребята. А если вы убиваете много монстров, если вы убиваете много игроков, то вы становитесь самым лучшим игроком на сервере. В данный момент самый лучший игрок на сервере — это Франклин. Потом идет топ-2, топ-3. Поэтому, ребята... Заходите, становитесь лучшим игроком на сервере. Как видите, у нас тут есть даже ферма, где спавнятся свинки. Свинок вы также можете добывать и еду, и также вы можете добывать, конечно же, опыт. А за опыт, естественно, прокачивать своего персонажа. Сейчас свинки вот заспавнились, начинают спавниться. Сейчас, ребята, я играю посередине ночи, на сервере никого нету, потому что все спят, завтра на учебу, на работу, поэтому не удивляйтесь. Но также... О, дракончик прилетел. Также, ребята... У нас есть тут автоматическая шахта, которая обновляется каждые 10 минут. Вы можете зайти, соревноваться с другими людьми. Вот, подобывать вот эти все ресурсы. Вот так подобывать. И через 10 минут они все обновлятся. Поэтому, ребята, следите, чтобы не утерять вот эти алмазики, которые тут валяются. Ну, в принципе, тут есть много чего другого, ребята. В скором времени будут добавлены кейсы. Как я уже сказал, мини-игры и многое другое. Вы сможете проводить со мной тут очень много времени. Я не хочу каркать. Не хочу. Но если у меня вдруг появится нормальный интернет, то я буду с вами стримить на этом сервере как можно чаще. Ребята, я вас жду на этом сервере каждый день. Я буду сходить каждый день с вами общаться, приглашать вас в клан, потому что, как видите, клан у меня уже есть, Edison Family. Если захотите со мной быть в клане, добро пожаловать, я всех, ребята, принимаю. Поэтому жду вас на своем сервере. Я буду очень сильно рад, если вы зайдете, потому что будем... тут играть как можно чаще, как можно больше, играть в мини-игры, проводить турниры и многое другое. Ребята, ссылочка есть в описании на мой сайт, IP есть в описании на мой сервер. Заходите, играйте, лицензия не нужна, можете заходить из лицензии, из пиратки, из различных лаунчеров и многое другое, ребята, моды нету, обычная ваниль, выживание, но с прокачкой персонажа и многое другое. Также в скором времени будут мини-игры, как я уже сказал. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы также поставите лайк на это видео и, конечно же, подпишитесь, даже если это видео, где я вас информирую о чем-то. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если вы зайдете, поиграете. Я всех тут буду ждать. Заходите каждый день, я буду очень сильно этому рад. Не забываем о скидочном коде, который закончится в конце этого месяца, если вы хотите купить донат, потому что 15% это тоже очень даже много. Поэтому, ребята, еще хочу сказать, в эту субботу у нас будет раздача больших призов, зачаренных вещей, вещей бога, то есть супероружий и многое другое. Поэтому, ребята, заходите, админки будут, модерки и многое другое. Я буду вас ждать. Еще раз хочу сказать большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.